Сохранение семейных ценностей, социальное предпринимательство и технологические тренды. Сегодня мы находимся в технопарке Сколково на первом международном женском форуме, на котором собрались самые яркие и успешные бизнес-вумен со всей планеты. Образовательные проекты в области психотехнологии, коучинга и нейромаркетинга. Наргиз приехала с Урала, чтобы поделиться своим опытом. Свою методику разрабатывала более 20 лет. Безусловно, конечно же, советы есть. Первое – верить в себя. Во-вторых, понимать, что все равно все получится, нужно действовать и не оставаться закрытой, замкнутой. Инновации, фитнес, образование, строительство, культура и искусство. Участниц награждают по 25 номинациям. Церемония стала отличным подведением итогов форума, отмечают организаторы. Да, действительно, проходит первый раз. В этом году состоялся бизнес-форум. В прошлом году был только бизнес-форум, без церемонии награждения. Поддержать представительниц прекрасного пола приехали юные участницы программы «Голос дети», а также российские исполнители. Очень важно поддержать каждую из женщин, которая только начинает или уже в полном разгаре развития своего бизнеса, потому что для самореализации женщины, мне кажется, самое важное – это заниматься любимым делом. Мне кажется, это очень важно, когда женщины обмениваются опытом, это выводит на некий уровень новый женщину, это укрепляет ее уверенность в себе, это делает нас счастливыми, нас, женщин. Быть всегда в курсе новых тенденций и не бояться идти вперед – об этом так смело говорят участницы форума. Виктория руководит большой командой и уверена, что постоянное развитие – залог успеха. Большое спасибо жюри Сколково и женского форума за столь высокую оценку нашей работы. Для меня и для моей команды это означает, что мы трудимся в правильном направлении. Итоги международного женского форума подведены. Более 500 успешных женщин приняли в нем участие. Впереди новые горизонты и, конечно, победы. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».